Приветствую всех в нашем автосалоне столицы. У нас в продаже появился отличный автомобиль Volkswagen Tiguan 2010 года выпуска. Объем двигателя 2 литра дизель, который выдает 140 лошадиных сил на полном приводе. У автомобиля всего 2 владельца, полностью обслужен на оригинальных литых дисках, на отличной зимней резине. Давайте заглянем в салон. Салон у нас чистый, опрятный, ухоженный. Также на сиденьях имеются кожаные чехлы в идеальном состоянии. Как сзади, так и спереди. Давайте пройдемся по комплектации. В нее входит центральный замок, все 4 электростеклоподъемника, электрорегулировка зеркал с обогревом, штатная мультимедиа, двухзонный климат-контроль, обогревы передних сидений, режим off-road, функция отключения стабилизации, датчик давления в шинах, электроручник, автохолд, центральный кожаный подлокотник. На данный момент двигатель запущен, никаких ошибок по двигателю не имеет. Работает отлично, пробег составляет 145 тысяч. Ну а если вам понравился данный автомобиль, все контактные данные вы можете найти в объявлении. А приобрести его можно за наличный расчет по системе Trade-in или в автокредит. А находимся мы по адресу Азина 83, автосалон столицы. Всех ждем. In tiny liquor bottles, just what you'd expect inside her new Balenciaga cigarette.